Девочки, всем здорово! Короче, всякая всячина новинок товара. Именно новинок. Поняли? Входя в комнату с тканями, обязательно включайте свет. Вот если видите вот эту мусор, всякие на столе лежат, вы ложите себе в карман и уносите с магазина ненужные вещи. Поняли? Это не касается, конечно же, товара. Это касается исключительно ненужных вещей. Значит, о чем я? А, новинки. Гляди сюда. Вот такие будут. Сгоняли, взяли. Чисто по 150 рублей. Вот такие лотки будут. Гляди сюда. По 100 рублей. Ушли, короче. Мы взяли, видели, для себя. Только мы взяли еще другого цвета. Туда-сюда. Вот таких набрали 10 штучек. Хотите 100 рублей? Одна. 100 рублей вторая, 100 рублей третья. Косарь все сразу. Вот такая вот швабра. Взяли для пробы. Я попробую смочить, посмотрю, какой выжим. Покажу в отдельном ролике. И, возможно, вы скажете, нахер ты срался со своей сраной шваброй. Я так и думал. Идемте далее. Я буду делать такой скользящий ролик. Там, тут, все. То там, то здесь, и все да ни о чем. Поняли? Вот это, кстати... А подумайте, кстати, да, цена... На тебе нитки. Нитки взошли. И то, и это... Сука, Синада. Кстати, была у нас сегодня подписчица. Сегодня это сейчас. Буквально недавно ушла. Да, я понимаю, мы дали добро на прошение, чтобы она перебрала всю кучу и выбрала тот самый товар, который лежит здесь, в данной халабуде. Но так сложилось, что получилось слишком длинный кусок, который было бы проще скомковать, сунуть, и мы типа не заметили. Нет. Мы подошли, создали такую интригу, момент конфликта, но эта девочка оказалась не из робкого десятка, поняли? Но попросила нас о помощи. А чем это двинутый на сексе стильный сутенер может помочь такой клевой тёлке, как она? Поняли? Не поняли? Вот объясняю. Если вы достаете что-то с кучи, то будьте добры аккуратненько это все слаживать. Можно перебирать данную кучу. Все, что здесь лежит, все ваше. Ой, вы забыли свои трусики. Когда будете у нас, я обязательно вам их отдам. Хорошие. Короче, идем далее. Раз уж новинки, так новинки. Хули. Сюда, я сейчас вам такое покажу. Гляди сюда, друг мой. Все для тебя. Рассветы и закаты для тебя. Сука. Она не открывается. Какая-то дьявольщина. Сейчас я вам в большом примере прям так вот покажу. Это весна. Сука, придурок. Это Вега. Модель 319. Гляди. Сейчас я тут. Да. Какого ты хрена? Тихо там. Что ты пиликаешь, идиотка? Какой-то скрип подозрительный. Я все делаю при вас. Хер его знает, как она работает. Я такой раз. Не раз. Пуск, старт. Какая-то... Выключил, поняли? Ля. Вот так вот раз. Вверху стоит. Специально, чтобы она не терлась там ни обо что. Я такой нажимаю. Опа. Шо? А, я понял. Это ультразвуковая. Ну да, это прибор ультразвуковой. От голубей. Включаешь, сука, и херачит. Дает возможность голубям некую обстановку. Мучительную. Настолько. Ну ты будешь работать, дьявол. Бля. Радио, что ли? Сюда, туда. Чуть-чуть я вам сейчас сделаю. Такое стерео здесь. Обсираетесь. Мне бы только настроиться. Что у нас? Сейчас, секунду. Что-то я не вдуплю ни хрена.
Сказали, работает аппарат. Без лишних вопросов. Ну давай пуск, что ли. Опускай свое жало. Какой баланс здесь может быть? Никакого баланса в этой аппаратуре. Я могу только сказать, что цена. Цена 5 косарей хочу. Не переключайтесь, граждане. Еще не все новинки. Ах ты. Одну секунду. Вот это что такое? Стерео здесь вообще. Какого черта она тут не нужна? Настройка, поняли? Так. Давай, покажи мне. Друзья мои, я знаю точно, я слышал, они работали. Как только, я не знаю, но работали. Что может быть не так? Не в ту дырку сунул, как обычно. Ну, извините, если было больно. Тут я ни при чем. Ля, дрянь какая-то. Ну, 5 косарей, короче, поняли? Если что. Тут подкрасите. Черная краска, что у каждого дома черная краска. С баллончика раз, пшикнули сюда. Или стерли черную. У вас алюминиевые вставки, динамики рабочие, наверное. Не. Пусть крутит. Я, короче, вот так вот сделаю стоп. Стоп, короче, я сделаю. Стоп тут делается, идиот. Где делается стоп, скажите? А, вот он, выключил просто. Теперь беру вот так вот аккуратно. Раз. Чик. Пых. И пусть работает. Пылесос нужен? Необычная, да? Скажете вы. Сука, необычная. Ну, какая-то вся косячина. Не как в прошлый раз. Какой кошмар. Тогда был просто желтый стол, укрытый золотой, сука, тканью. А сейчас какая-то диковина. Заткнитесь. Поняли, о чем я? О том, что сейчас все будет. Ляди сюда. Вот это если надо, отдаю 1400. Это лобзик, шикарный лобзик, наверное. Я так думаю, сука, продешевил. Ну ничего, да, забирайте, ладно, 1500. Вот такая будет, раз, гляньте. Вот такая, два, их собирать надо, как пазл. Не новая, но по 100 рублей. Вот такие крышки. Да, бой, я понимаю. Ну а как вы хотели? Что такое? Вопросы у кого-то? Что почем? Давай вот эту вот вазу хрустальную. Надо? Я вот отдам ее чисто вот так. 500 рублей. Она в идеале. Она не битая, осколов нет, ничего нет. В принципе, да, и хрусталь, и хрусталь. Хули с нее взять. Гляди сюда. Это будет Т2. Прибор такой называется. Усилитель, короче, программ. Если надо, да пожалуйста, забирай косарь 200, он твой. Практически новый. Единственное, что вот этот вот что-то запотел совсем после потопа. Так что задумайтесь, стоит ли вообще брать. Гляди, чайник. Сумасшедший, не правда ли? Такая сделана структура, как трещины. Сука, это настоящие трещины. Дерьмо. Ну ничего, гляди сюда. Чем дальше, тем глубже. Гляди, какая тут дырка. Ну ничего, бывает и хуже в нашем своем магазине. В плане этого новинок, поняли? Кружка такая, кобальт. Кто любит кобальт? Лянь. Кружка Сармат, кобальтовая, синего цвета. Надо, забирайте. Я вам чисто ее такой, 75 рублей. Она ваша. Глядите, какие очаровательные кружки я надыбал. Чисто взор, раз налево. И вот такие вот, кобальт. А, какая благодать внутри. Небольшие, гляньте, вот так. Раз, хоп, дырка. Ну все, отлично, налили для троих. Раз, два, три. Всего лишь. А дальше в рифму сами прочтите вы. Поняли, о чем я? 3, 4, 5 и попробуй ты опять. По 75 рублей, пожалуй, я отдам таки эти кружки вам. Ну а что такое? Вот такое надо, ля. Пивная, настоящий рак. А вот тут лебедь, щуку. И давай, сука, не новая. Ну ничего, а что, 50 рублей вот так раз и забрали. Чисто вот так для вас, все же для вас. Ах ты дрянь, за что я зацепился. По катакомбам ходишь тут, ты что?
такие, лянь, целые наборы, гляди, кружки там, то-то, друшлачок, кому там дырявый друшлак нужен, что там, а он еще походит. Сахарница небывалой красоты. О чем это я? О том, что мне впадлу было носить туда товар на желтую ткань. Ну а что теперь это за обзор такой? Это же не очень синтетично. Это какое-то наваждение. Где-то я же это видел. Хули вы ноете, господа. В наше время мы лично сейчас зашиваемся. В преддверии у нас уже ж Новый год. Все, мы практически уже в новом году. А вы до сих пор еще в старом сидите, ждете. Кого? Поймите, у нас было чрезвычайное происшествие, которое впоследствии дало нам последствия. А эти последствия нужно что? Как минимум стабилизировать. Что я такое не понял? Вот это чудо-сахарница! Новая, гляди! Какой же красивый раскрас! Золото, все там! Так, я такой, раз, сахарница 300 рублей. Вчера был на одной конторе. Там, короче, пластиковая сраная сахарница. Вот типа вот этого, только пластик. 140 рублей. Однако, господа, я прозрел. А эти сахарницы, я вот так вот раз, эта сахарница 200 рублей. Ах ты, клеймо хорошее, 250 рублей. Эта сахарница 350 рублей. Я хочу, все, что я хочу, я получу. Запомните, друзья мои, гляди сюда. Вот такая сахарница, попроще будьте. Да и как сахарница, ля, роза чайная. Там кто-то просил то ли розу, то ли какие-то ландыши. Ах ты. Ну ничего, 200 рублей за то, что новое. К ним есть очаровательные кружки. Если хотите, забирайте. Поняли, о чем я? А я пока пойду. Пойду, пописаю. Своей красивой писаю. А если не пописаю, то полюбуюсь писаю. Девочки, подписывайтесь, чтобы ни хрена не напоминать в следующий раз. Опаньки! Ах ты! Столько раз никто не напоминает о том, чтобы нужно подписаться, чтобы нужно было поставить лайк. Вот такие... Ля, девочка забыла, кучу уложила. А вот это дело забыла наклеить. Ну ничего, мы эту девочку прощаем. Она, кстати, оказалась очень-таки прозорливой. Хорошей, смазливой, да. И что самое главное, нет ни капли корысти. Вот она молодец. Единственный, кто в этот день был в нашем с вами магазине. Вместе со мной. Поняли, о чем я? Всем пока.